Я вас приветствую на канале Бродяга-режиссер. Итак, появилась такая вот проблема. Компьютер был очень сильно засорен. Вот получается, вентилятор полностью был в пыли. Ну, он сейчас работает, это я включил. Полностью был в пыли. То есть видеокарта тоже самое в пыли. Все именно в пыли. Я его почистил. Можно сказать, пылесосом его вытянул всю пыль. Далее, что я сделал? Включаю компьютер. Компьютер сам не... То есть компьютер, сам системный блок включается, а монитор не загорается. То есть монитор не горит. А системный блок работает. В чем может быть причина после чистки? Я, то есть, не раз уже сталкивался с этим. Вот она идет, сама материнская плата. Вот идет видеокарта. Так, отключаем видеокарту, то есть достаем видеокарту, вон здесь идут, ну, как бы шурупы такие, вон они, здесь откручиваем, достаем вон рычажок, нажимаем на него вниз, достаем саму видеокарту, и на самой видеокарте идет такие вот именно контакты. Вот эти контакты нужно будет очистить вот таким вот очиститель универсальный. Ну, это он идет для пайки, для всего. То есть универсальный очиститель, позволяющий осуществить мягкую очистку любого электронного, механического и оптического оборудования. То есть берем спонжик вот такой вот, достаем видеокарту. И контакты. Контакты берем, ну, как бы смачиваем этот очиститель и аккуратненько это все протираем. Далее что? Ставите обратно на место видеокарту свою, когда уже почистили. Ну и включаете, проверяете свой системный блок компьютер. Должен быть монитор загореться. Вот получается. У меня уже не раз такая проблема была. Но я и решил ее очисткой самих контактов самой видеокарты. Так что вот так вот, почистил сам, вот он идет. Так, отсоединяем провод с монитора, выключили питание, дабы обезопасить себя. Отключаем разъем от монитора, отключили, вот он. Так, что нам дальше идет? Все, отсоединяем видеокарту. Отсоединяем ее. Есть. Такая вот заклепка вот идет. И ее вниз туда. И достаем саму видеокарту. Раз. Что-то она тяжело. Опа. Угу. Плохо дается что-то. Как бы не поломать. Ага, как бы не поломать. Я тут не открутил шуруп. Все. Видеокарта, достали видеокарту. Вот она, вот такая видеокарта идет. То есть, что такое видеокарта? Ну, это я сам как бы не профессионал, не специалист в этом деле. Видеокарта — это идет на изображение, на монитор. Идет, то есть, само изображение. Ну, также настройки видео и тому подобное. Вот она, видеокарта. Так, берем очиститель. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Так, вот видеокарту достали. Ставим ее сюда. Так, смочили вот такой вот спонжик. Берем видеокарту. И вот видите, как видите, сами идут вот контакты. Ну, теперь их так вот зачищаем.
как бы чистим. Раз, два аккуратненько. С обратной стороны то же самое. Контакты эти два. Все почистили. Вот так вот запустили компьютер и смотрим теперь на монитор. Контакты почистили на видеокарте. Все здесь работает. Так, теперь смотрим на монитор. Монитор включился. Вот он идет, запуск Windows. Значит, видеокарта исправна. Все нормально. Просто она была запыленная. Просто почистить контакты и все.